Девочки, здравствуйте! Все вы знаете, что 11 ноября на AliExpress будет огромная распродажа. Так вот, к этой дате я сниму для вас несколько роликов с полезными материалами для рукоделия. Покажу каждый товарчик, что у меня есть, и оставлю ссылочки в описании. Все вы очень много писали мне об этом и ВКонтакте, и здесь на канале, в комментариях с просьбой сделать обзоры моих товаров и ставить на них, дать вам ссылочки. Выполняю вашу просьбу, надеюсь, что вам это все пригодится. Сегодня в своем видео я покажу основы для крепления украшений из лент, либо из фетра, либо эко-кожи, либо же канзаши. Покажу тканевые и металлические. Постараюсь сделать все это быстро, чтобы уложиться в не очень длинное, скажем так, видео. Так, что касается... Начну с того, что у меня вот такие вот кружочки для основы украшений, фетровые. Также я заказываю постоянно фетр целиковый, листами, для того, чтобы можно было вырезать размер либо кружочка, либо овал, тот, который нужен. И для основных бантиков заказываю вот такие вот по 3 сантиметра, по 4,5 сантиметра, цветные, беленькие и черные. Сейчас у меня черные закончились, как раз жду вот посылочку. Придут вот такие вот кружочки. Итак, ссылочка в описании. Это были у нас фетровые кружочки. Далее, вот такие вот повязки. Очень нравятся мне, они очень эластичные, очень тягучие. И в тот же момент они не давят головку. И на эти повязки в основном я креплю какие-то пышные либо маленькие бантики для маленьких девчулечек. Мамочки очень хорошо, кстати, покупают именно на таких повязках, потому что она очень мягкая. И смотрите, она без особого труда тянется и возвращается в эту же форму, и нет никаких швов, она целиковая. Итак, вот такие вот нейлоновые эластичные повязочки. Далее, раз уж начала с повязок, покажу вот такие повязки. У меня две ширины. У меня здесь очень много пакетов я приготовила, но, по-моему, я тот все равно не достала, который нужен. Вот такие вот повязки, вязаные, скажем так. Есть маленькие, вот такие вот. Сейчас я вам назову, давайте, по ширине 4 сантиметра. А те большие есть, по-моему, широкие. Ну, так, наверное, они и будут. По 8, скорее всего. И в длину они 15 сантиметров. Тоже очень хорошо тянутся. Но эти повязочки, конечно, нужно мерить. Нужно смотреть. Они хоть и мягкие, такие вот эластичные. Мне не особо нравится вот этот шов здесь. Поэтому, если я креплю какое-то украшение... Значит, с лицевой стороны я закрепляю сам цветочек, допустим, а с другой стороны обязательно на этот шов я приклеиваю фетровый кружочек, чтобы малышки не натирал этот шов, потому что они в этих повязках довольно грубые, хоть и не колючие, но грубоватые. У меня этих повязок тоже очень много, красивые разные оттеночки. Вот этот цвет мне очень нравится, красивый. Яркие, сочные. На эти повязки, девочки, я тоже оставлю ссылочки в описании под видео. Далее, повязки вот такого плана. Это повязки все тканевые. Очень люблю однотонку, но, как видите, все равно покупаю всякие радужные, потому как летом, либо когда ветерочек, опять же, для малышек, покупают родители повязки, чтобы не надувало в ушки. Есть повязочки узкие, есть повязочки вот такого плана, тоже широкие, в полтора раза шире, чем эти. Тканевые заказываю, честно скажу, заказывала раньше у разных продавцов, но сейчас нашла один хороший магазин на AliExpress, поэтому стала заказывать там. Никогда не было такого, чтобы из этого магазина не пришел товар. Постоянно все приходит вовремя и
хорошего качества. Далее, что касается резиночек, я вам уже делала обзор в одном из мастер-классов, вставляла. У меня несколько видов резинок, но все они из одного материала. Материал вот такой же, тоже эластичный, как и повязочки. Из него выполнены резинки. Значит, резиночки есть на тубах, вот на таких вот, и есть, которые без туб. Значит, по качеству абсолютно одинаковые. Ссылки оставлю, это в разных магазинах было куплено. Ссылки оставлю и которые в рассыпную в коробочках, вот такие вот, и которые именно на вот таких вот тубах. Значит, в чем разница? Разница только в этих тубах, честно вам скажу. По качеству отличные, также тянутся, быстро не растягиваются, и по диаметру все разные. Есть 3,5, 4 сантиметра, 4,5, вот такие, как видите, россыпью, и все они отличного качества. Я чаще, конечно же, заказываю без туб, и уже со временем, если у меня освобождается эта трубочка, я сюда просто одеваю резиночки. Мне нравится то, что они просто держат потом форму кругленькую. Все-таки так аккуратнее выглядит изделие. Итак, расцветки разные, оставлю ссылочки тоже в описании. На эти резиночки тоже большего размера, такого же качества, хорошие, я тоже оставлю ссылочки. Так, дальше переходим к металлическим основам. Сначала покажу, вот у меня здесь остатки, просто немножко осталось. Очень люблю вот такие вот заколочки, которые оклеены лентой. Эти заколочки у меня по 4 сантиметра. Как видите, разноцветные. Если при желании вы даже заказываете ассорти, то можно с легкостью подобрать пару к любому цвету и сделать парные, допустим, какие-то заколочки или бантики. Вот. Металлические. Так, у меня еще есть где-то побольше, но сейчас я уже не буду доставать. По-моему, 4 сантиметра, а то есть у меня 5. Да, такие же оклеены, но я все-таки ссылочки оставлю в описании. Вот такие вот основы. Это основы для... Чаще я использую для бантика жабо или галстук жабо школьницам, девочкам. Либо для брошей. Здесь два крепления. У меня здесь есть где-то, сейчас потом покажу вам, есть такие же, только чуть побольше, пятачок в диаметре. И вот такие вот маленькие. Нашла тоже хороший магазин. Там, правда, не закажешь 10, 15, там 20 штук. Нужно заказывать 50 или 100. Ну, как видите, я вот такими упаковочками их заказываю. Иногда даже приходит чуть больше по количеству, чем указано на сайте. Так, теперь я вот подвигаю сюда к себе вот такую коробку большую. Значит, заколочки клик-клак. Тоже оставлю ссылку. Есть просто металлические вот такого плана, которые цветные, но они металлические, без насадочек. И есть черные, белые, цветные, вот с такими пластмассовыми насадочками. Как правило, я больше использую именно вот такие, потому как снимаю эту насадку, креплю сам цветочек к пластиковой, вот этому пластиковому чехлу, и уже потом одеваю, вставляю в заколочку. На опыте знаю, что такие украшения дольше носятся и меньше отваливаются от основы. Заколочки клик-клак. Далее. Вот такие ободочки. Сейчас на данный момент у меня остались только в цвете золота. Это основы для ободков по ширине 5 мм. Заказывала серебро, но они почему-то не пришли у другого магазина. Пришло только золото. У меня вот осталось сейчас несколько штучек. Буду готовиться к летнему сезону и обязательно себе еще закажу такие же. Далее здесь у меня различные заколки. Так, вот у меня еще есть, про что я вам говорила, черные, серебро, металлические, просто заколочки клик-клак. На них я тоже постараюсь найти ссылку. Заказывала их очень давно, именно серебро.
но постараюсь найти и оставить под видео. Это уже у меня остатки. Так, давайте по порядку. Вот про что я вам говорила. Вот такие большие у меня есть еще основы. Вот такие вот с двойным креплением. Здесь пятачок побольше. Вот здесь какой пятачок. И маленький, и большой. Ну, вот маленькие в основном я использую для брошей, а большие для галстучков. Так, дальше. Несколько у меня тут видов их, чтобы не растеряться. Здесь у меня основы для невидимок. Тоже люблю вот эти вот основы, потому как здесь имеется пятачок для крепления. С легкостью приклеиваю на этот пятачок при помощи полимерного клея. И далее сюда вставляю ленточку и фиксирую еще между, вот здесь вот в ушко, между этими полосками, фиксирую еще раз само украшение. И носится очень долго, и пока как бы мне никто обращались, только когда измазали все уже и хотели просто такой же цветочек на невидимке, чтобы я сделала. Далее заколочки автомат. Где-то у меня здесь еще есть. Вот они. Заказываю всегда несколько видов, чтобы можно было выбрать по размеру. Подобрать именно основу сразу к бантику. Как видите, есть большие побольше автоматики и маленькие. Значит, вот эти имеют размер 7 сантиметров. Ручка у меня не особо большая, поэтому я думаю, вам все это видно. Эти 6 сантиметров. Вот такие вот. Тоже заказываю всегда несколько размеров на всякий случай. Такая уж привычка рукодельная. Хомяк мой скоро лопнет. Так, дальше. Теперь у нас остались разных размеров вот такие вот заколки. Их у меня очень много. Это мои любимые основы. Но вот самый неудачный размер, это, наверное, вот такой, который я взяла. И подходит он только для больших заколок. И как показал опыт, как показала практика, не хотят даже большие заколки многие покупать, приобретать, вернее, большие бантики на таких заколочках. Для девочек там, до 9 лет они великоваты. После 9-10 лет особо на заколками такими тоже никто не пользуется. Поэтому я вот приобрела их очень давно, и они у меня лежат. Просто лежат. В основном идут вот такие вот размеры. Пользуются спросом. Это заколочки 5,5 в длину. 5, 4,5, 4. Вот такие вот все. Вот здесь вот у меня тоже 4. В общем, заказываю я вот в двух оттенках в основном. Черные, это для каких-то классических темных бантиков. И в серебре такие заколочки. Как видите, ничего нигде не поцарапано, все прекрасно. Окраска ровненькая. Ссылочки тоже оставлю в описании под видео. Так, девочки, сегодня, наверное, я буду закругляться, чтобы видео было не слишком утомительным для вас. Ссылочки на все эти товары будут в описании под видео. Заходите, заказывайте. Желаю вам удачных покупок в период распродажи на AliExpress. Удачных и полезных. Самое главное, покупок. Не спешите заказывать то, чего не знаете. Я сейчас вам немножечко, надеюсь, помогла. Выбирайте из ссылочек под описанием и заказывайте. Я с вами на этом не прощаюсь. Второй ролик выйдет еще и третий с таким же обзором. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход этих новых обзорчиков. Всем пока-пока!